Всем привет! Многие любят картошку по-деревенски или картошку фри. Но как оказалось, картошку можно приготовить еще вкуснее. А называется это блюдо картофельные шарики. Для их приготовления понадобится килограмм картошки, которую нужно предварительно отварить, 2 яйца, полстакана муки, крахмал, соль и панировочные сухари. При помощи картофеля мелкие превращаем картошку в пюре. Отделяем 2 желтка от белков и добавляем к пюре только желтки. Добавляем пол чайной ложки соли, пол стакана муки и столовую ложку крахмала. Хорошо все перемешиваем, чтобы получилось вот такое картофельное тесто. Это тесто нужно оставить на 20 минут, чтобы оно охладилось до комнатной температуры. Берем немного пюре и обваливаем его в панировочных сухарях. Скатываем из него шарик. Так как пюре очень мягкое, то делать это нужно аккуратно. Должен получиться вот такой картофельный шарик. Опускаем шарики в нагретое растительное масло и обжариваем до получения золотистой корочки. Готовые шарики выкладываем на салфетку, чтобы с них стек лишний жир. В результате у меня получились очень аппетитные картофельные шарики, которые похожи на маленькие круглые пончики. Корочка у таких шариков зажаристая и хрустящая. А внутри они очень мягкие, нежные и нереально вкусные. Даже несмотря на то, что готовятся они очень просто и быстро.